Маникюр, по сути, это есть микрооперация. Микрооперация. Это микрооперация. Мы приближаемся к, обрезаем кожу до крови. Даже в том случае, если это аппаратный маникюр, все равно риск присутствует. Насадки, про аппаратный маникюр, насадки также должны использоваться одноразовые. Это очень важно, потому что хорошо простерилизовать эту насадку невозможно. Обратите внимание, я, например, об этом слышу первый раз. А вы делаете наращивание? Да. Допустим, вам опиливают ногтевую пластину таким, тоже специальная насадка железная. Они что делают? Пшк! И погнали. Так? На самом деле надо все стерилизовать. Она должна при вас достать со стерилизатора ультрафиолетово ранее простерилизованные инструменты, поставить на стол и начинать работу. Зачастую у нас делается так. При клиенте попросят, зачем усложнять жизнь? Это никогда не спасет от самых страшных вещей, которые могут произойти.